На трассе Кишинев-Бельцы, недалеко от села Пересечина, произошла авария, в результате которой серьезно пострадал сотрудник полиции. Стоявшую на обочине так называемую машину-ловушку, в которой он находился, сзади врезался автомобиль. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом руки. Состояние его здоровья средней степени тяжести. На появившихся в соцсетях видео видно, что белая машина-ловушка без опознавательных знаков сильно повреждена. По словам заместителя главы Национальной инспекции общественной безопасности Алексея Гроссу, она была припаркована на обочине с соблюдением правил дорожного движения. Вина за аварию лежит на водителе, который врезался в полицейскую машину. Расследование продолжается.